взяла лоб того, кто спиздил наши недра. На квартиры для военных, на напалм для Ичкерии. На все прогнило с Кремля и до любой местной мэрии. У нас идет служить лишь дурак или бедный. Хоть лично я бы взяла лоб того, кто спиздил наши недра. На квартиры для военных, на напалм для Ичкерии. На все прогнило с Кремля и до любой местной мэрии. Я ебал в рот наши военкоматы и призывы. Пока все в армии криво, все косят всеми силами. Сычева не соберут таким, каким он был. Если ты думаешь, что я пойду служить, ты дебил. Ебаные депутаты пишут жесткие законы, по которым не пойду служить их дети по-любому. Ведь дети чиновников, как бандиты вне закона, могут бабушек сбивать в реале, как в Кармагеддоне. Набрать народ стоит задача, военкоматы хуячат повестку сына, его сестре, а еще дедушке в придачу. А я смотрю, ты умный мальчик, вдруг законы читать начал. Ничего, за одного такого сто дурней поплачет. Из года в год тела пацанов кладут в цинк, мыльем ненужную кровь. Теле дебаты, как цирк, толкают чехом иглы наши генералы, пидорасы. Или строят мосты по 110-му разу. У нас идет служить лишь дурак или бедный. Хоть лично я бы взял налог с того, кто спиздил наши недра. На квартиры для военных, на напалм для Ичкерии. На все прогнило с Кремля и до любой местной мэрии. У нас идет служить лишь дурак или бедный. Хоть лично я бы взял налог с того, кто спиздил наши недра. На квартиры для военных, на напалм для Ичкерии. На все прогнило с Кремля и до любой местной мэрии. Даже без ненависти, брат, давай просто прикинем. Маме 60, а мне 24. Я у мамы один, его досрочку отменили. Я служу, а кто заплатит за лекарства и квартиру? Кто даст гарантию ей, что я вернусь домой живой? Что я не буду для гондона в погонах рабочей овцой? Или что меня не бросят в горячую точку, где вчерашние бандиты с нами дружат заочно, на нашей территории решая свои проблемы? Что отлично иллюстрирует слабость нашей системы, зная то, что если б наверху любили в России, то капиталы б за рубеж они бы не вывозили. Пока делают одно, а с экрана другое. Я за это государство ходить не буду строем. Я достаточно по жизни своей горе увидел. Я маму крепче полюбил, а систему возненавидел. У нас идет служить лишь дурак или бедный. Хоть лично я бы взял налог с того, кто спиздил наши недра. На квартиры для военных, на напалм для Ичкерии. На все прогнило с Кремля и до любой местной мэрии. У нас идет служить лишь дурак или бедный. Хоть лично я бы взял налог с того, кто спиздил наши недра. На квартиры для военных, на напалм для Ичкерии. На все прогнило с Кремля